Дорогие преданные, перевод на этом фестивале производится синхронным образом, то есть у кого есть радио и мобильные телефоны, пожалуйста, воспользуйтесь ими. Частота 89.2. Поделитесь с соседями, если у кого-то нет, пожалуйста, в том углу есть динамик, через который слышно перевод. Если у вас нет перевода, в наушниках идите к тому динамику. Hare Krishna, Hare Krishna.
Почему ты выбрал это место? Better any other place. Лучше в каком-нибудь другом месте было бы делать это. I cannot always the hall. Я не могу стерпеть этого дыма. I also cannot speak. Я также говорить не могу. Gurave Gaurav Sandhaya Radhikaya Tadavaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Padabhaktaya В течение трех дней, последующих трех дней, мы будем давать здесь лекции. Махапрабху had been discussed. Это все обсуждалось. Now I want to. Сейчас я хочу. Begin Bhagavad class. Начать лекцию по Шримад-Бхагаватам. Сошлись со всего мира. Потому что они боялись Железного века. После ухода Кришны немедленно Iron Age come. Наступил Железный век. And for the fear of Iron Age, и опасаясь Железного века, they were thinking what to do. Мудрецы думали, что же делать. In the meantime, тем временем, ученик Шрила Шукадева Госвами Сута Госвами
пришел на это место. He has learned everything from his Gurudev. Он выучил все из своего Гурудева. He was a very great scholar. Он был величайшим ученым. They asked, и они попросили, how Atma will be Suprasanna? Они спросили, как же Атме быть Супрасанна, то есть счастливой? This iron yoke, Kali Yuga, этот железный век Кали-юга has come. Наступил. What should we do? И что же нам теперь делать? Prayena Alpa Aisha Sabya Kala Palau Asmi Yugejana Mandas Mand Matal Mand Bhagyas Ki Upadita. Этот век Кали, очень, в этот век Кали у людей очень короткая жизнь. В Сатья-югу люди живут по 100 тысяч лет. В Двапара-югу.